А во сколько лет ты узнал, что животные, как и люди, видят сны? Говоря простым языком, до сна они живут одной жизнью с вами, а когда засыпают, они продолжают жить другой жизнью и, возможно, даже не с вами. Красные панды могут стоять на задних лапах, чтобы казаться крупнее. Собаки чихают во время игры, чтобы дать понять другим собакам, что они играют, а не пытаются быть агрессивными. Случай, когда сильно повезло. А здесь лесоруб нашел белку внутри спиленного дерева. Страшно подумать, что бы могло произойти, если бы он пилил чуть ниже. А этому человеку очень сильно повезло, что его кольцо упало именно так на водосток. Эта женщина потеряла кольцо на своем огороде, и кольцо нашли спустя 15 лет, вот таким чудесным образом, на моркови. А здесь водитель, видимо, не стал заморачиваться по габаритам своего автомобиля. 10 сантиметрами выше могло бы произойти непоправимое. Признаки, что у тебя была прошлая жизнь. Ощущение, то, что происходит сейчас, уже происходило в прошлом, а вы знаете это наперед. Удивительная интуиция – это еще один аспект того, что вы проживаете эту жизнь не в первый раз. Страхи. У каждого человека они имеются, а вы задумывались, откуда они вообще появились. Возможно, вы их унаследовали от прошлого себя. Повторяющиеся сны – это может быть сюжет из вашей прошлой жизни.